Сегодня я предлагаю вам приготовить целую индейку, запеченную с яблоками, колбасками и острым соусом из черной смородины. Ну а готовить я ее буду из индейки пава-пава, выращенной в экологически чистом регионе России в Тамбовской области. Для того, чтобы сделать соленат, помещаете ее в кастрюлю, заливаете водой, потом вынимаете оттуда и замеряете количество воды, которое у вас ушло на индейку. Мне будет достаточно 2 литров. Вливаю обратно в кастрюлю, добавляю 4 чайные ложки соли, 2 ложки сахара, 5-6 зубчиков чеснока и добавляю трав. Необходимо загрузить в этот раствор паву-паву. Ее необходимо отставить в сторонку в какое-нибудь холодное место часов на 12. Давайте займемся начинкой. Для ее приготовления нам нужны будут яблоки, которые необходимо крупно порезать. Кладем колбаски, крупно их нарезаем. И теперь давайте измельчим фундук. Натираем цедру лимона. Добавляем сок лимона, немного соли и перемешиваем. Предлагаю добавить еще небольшое количество свежего розмарина. И теперь переходим к подготовке индейки пава. В первую очередь это, конечно, нафаршировать ее начинкой, которую мы приготовим. Следующий этап — это вот такими вот зубочистками закрепить отверстие. Берем шпагат и вот таким образом обвязываете шпагат вокруг зубочисток. Скрещиваем ноги и обвязываем бечевкой. Поливаем ее небольшим количеством оливкового масла и легкими движениями начинаем массажировать. А теперь ее необходимо убрать в духовку приблизительно на 2 часа. Для соуса в первую очередь нам необходимо зачистить красный острый перец. Измельчаем. Мелким кубиком нарезаем уже зачищенный имбирь. В разогретый сотейник наливаем небольшое количество оливкового масла. В течение минуты обжариваем имбирь и острый перец. Добавляем в сотейник черную смородину, немного соли и пару столовых ложек меда. Столовую ложку красного винного уксуса. Дайте ему повариться на среднем огне минут 10. Боже, смотрите, какая она красавица! Давайте для начала вытащим начинку и отрежем кусочек индейки. Итак, друзья, последний штрих – налить немного соуса. Если вы хотите удивить себя и своих родных, бегите в магазин, покупайте эту индейку и готовьте это замечательное блюдо. Приятного вам аппетита!